Всем привет! Посылка с AliExpress. Значит, получил я ее. Эту посылку получил на бензозаправке Калина Ойл. Калина Ойл. Там это мини-маркет. В общем, стоит постамат. Ну, автомат, который выдает посылки. Где я их только не получал, блин. На почте получал, в Сбербанке получал, в Пятерочке получал, в транспортных компаниях получал, теперь вот на заправке. Здесь должен быть, так, проклеено хорошо, должен быть экран с корпусом на телефон Honor, Huawei Honor 10 Lite. Так я заказывал. Была быстрая доставка. Ну, доставка осуществилась. Короче, продавец неделю не отправлял, потом отправил. За неделю дошло с Москвы там или откуда. А может, не с Москвы. Инструмент стандартный. У меня уже этого инструмента ящик целый. Ну, одноразовый инструмент, так сказать. LCD, тачскрин, мобайл. Вроде не совсем левая фирма. Что-то даже написано на коробочке. Даже походу защитное стекло в подарок. Ну, во всяком случае, я не заказывал. Ну и хорошо. Хотя оно их не очень-то и спасет. Так, что мы имеем? Ну, вроде похоже, да? Да, оно. Так, что тут? Тут-то пустота. Так, кнопки есть. Отлично, шлейфа кнопок. Так, в общем, берем из этого корпуса, переставляем в этот. Как будем делать? Тут уже его переставляли, ну, как говорит хозяин. Переставляли, и вот экран отходит. Видите? И крышка задняя тоже отходит. Ну, я думаю, исправить это все. Короче, как буду перекидывать, не буду показывать. На YouTube посмотрел там 1000 видео, как Honor 10 Lite перекидывать экран. А как все остальное, мало видео, но все равно есть. В общем-то, так, пленка это. Ладно, и как перекину, так включусь. Ну, может быть, как заднюю крышку останется приклеить, тогда включусь, если не забуду. В общем, поехали. Телефон я не могу ни выключить, ни включить. Он как вот включился, а выключить вот он
вообще не реагирует. Видите? Не реагирует. И повторите попытку через 46 минут. В общем, где-то нажимается и вводится неправильный пин-код. Но я думаю, что это экран. Все, видите, вот. А, датчик-то реагирует. Все, смотрим, короче, поехали. Так, ну, перекинул я вроде все. Осталось крышку поставить и отпечатки пальцев шлейф подключить. Блин, ребята, такая работенка-то я не скажу, что легкая. Сейчас попробую включить. И посмотрим, что будет. И тогда ставим крышку, вон ту крышку, подключаем отпечаток пальца и вперед. Не хочет. Так, прошла ночь, короче, приклеилось все, телефон зарядился, я так полагаю. Да, 100%. Снимаем с зарядки. Значит, что, вот это стекло, которое заводское. Которое в подарок положили. В общем, оно по краям отходит. То ли тут экран, да, экран немножко закругленный. Но я думаю, я помажу вот этой вот штукой по краям. Это, ну, специальная жидкость тоже для... Я заказывал на Honor 9. Там тоже стекло отходит. И это идет в комплекте. Вот так проливаешь по краю, и все прилипает нормально. Так, в общем, включаем. Почему он тогда не включился? Потому что был не до конца собран. Вот. Собрал до конца. Включаем. Я сделал общий сброс, потому что там пароли, которые мне дали, не подходили. В общем, что... Идет настройка, далее. Сим-карту вставить, пропустить Wi-Fi, так, далее. В общем, он требует либо пин-код, либо аккаунт в Гугле. Я ни того не знаю. Те пин-коды, какие мне дали, не подошли. Осталась одна попытка разблокировки. И аккаунт в Гугле, я их не знаю. Так что отдаю вот так. Ну, так вроде все работает. Вот все кнопки. И это не опускается, потому что заблокирован экран. Назад. Все, экстренный вывоз. Только можно задать ну и все. В общем, ссылка на экран будет в описании. Я его брал с рамкой. Аккумуляторы здесь по размеру одинаковые, только подключение разное. Это от Honor 9 Lite. Это Honor 10 Lite. В общем, ссылка будет в описании на экран. Кому надо, приобретайте. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. Я на рыбалку.